Еще раз. А вот тут так, да. Родивший камень. Отвернулся, чихнул, отстал. Сбалансирована мужская и женская энергия. Лена, там церковку некому завтра проводить. Приведи, я уеду завтра, брону. Вот это мужской камень. Какой? Вот этот. Вот. Вот. Подожди, вот этот прям? Вот этот. А почему? Мужской камень. Чего решили? Какие приметы? И имя духа вот этого камня Харас. Харас? Харас, да. Что это означает Харас? Ну, поспекулируйте, что это означает. Можете поспекулировать, что это означает? Ну, это какое? А если наоборот прочитать, как значит Харас?